Открыли и начинаем подвязывать. Для того, чтобы подвязаться, тут много не надо хитрости. Берем. Раз. Два. Три. И сразу выламываем побеги лишние. Удобнее вообще раньше лучше подвязом производить. Но дело в том, что мы боялись возвратных заморозков. Сейчас посмотрели, вроде там, ну, такого грозящего ничего нет. Поэтому чем раньше, тем лучше. Потому что сейчас вот эти большие побеги, ну, где-то отломится там, это тоже не страшно. Потеряешь одну кисточку, сохранишь. Тут главное вот сейчас, когда сделал подвязку, да, сразу обломать лишнее. Особенно вот нижние, чтобы они на себя не брали, отдавали туда. Которые находятся до проволоки, да, мы их удаляем. Для того, чтобы они на себя не брали питание. Все нижние побеги мы тоже удаляем. Вот оставим раз, два, три, четыре, пять с этой стороны, да? Здесь вот, смотрите, один нижний, второй. И вот расстояние там, ну, третий удаляем, этот удаляем, вот этот удаляем. Ну и все, вот эти можно оставить. Все. Вот этот кустик уже подвязан, сформирован. Один побег удаляем. Второй. Вот можно оставить. Этот удаляем. Этот удаляем. Этот удаляем. Здесь то же самое. Все побеги, которые растут до проволоки, мы их все. Они здесь не нужны. Виноград, в принципе, винограда такой, что он растет больше в горизонтальном положении. В вертикальном он будет на себя вот этот побег будет тянуть. Вот эта вся ветка останется без питания. Ну или достанется минимум. Вообще где-то около 20 сантиметров должен быть. Вот здесь. Но если здесь вот не загруженная веточка, да, оставим, посмотрим. Может быть, потом еще дополнительно выломаем. Если есть двойные побеги, их тоже выламываем все. Двойной побег. Вот их два. Один убираем. Здесь то же самое. Здесь даже три вот. Тоже их убираем. И тогда уже будем смотреть. Вот осталось, смотрите. Раз, два, три кисточки. Четыре, три, да? Одну оставляем, остальные сразу убираем. Чтобы она не тянула. Раз, два, три. То есть убираем одну, убираем вторую, оставляем одну только.